И снова привет, зритель. У меня тут одни духи, которые на этот месяц были заявлены так конкретно, заюзались. Я сначала думала их и на апрель отправить, но вроде как апрель должен быть, по идее, теплее, чем март. И вряд ли оно соединится, поэтому я решила, пусть они стоят дальше. Это вот этот кругленький шарик Incandescent Flame, или как там его от подписчицы Лёлечки, как выяснилось. Вот это я не помню от кого. Тот, кто это дарил, если будешь смотреть, дай знать в комменты там или еще куда-то, типа, Лёля, это я тебе дарила. Это у нас Avon Soft Mask. Я сейчас его, короче, достала так совершенно интуитивно из своей полочки с духами, думаю, ну, чисто так это, чтобы не скучно было тем двум ароматам, которые после этого будут, чтобы было что-то еще на апрель. Прыснула на себя. Оно мне понравилось, но я не пойму, чем оно пахнет. Кто вот такое юзал? Ну, как бы это... Вы, наверное, должны знать. Не сказать, что оно такое, ну, как бы не тяжелое и не легкое, среднее что-то. Что-то такое знакомое мне напоминает, но не могу понять, что. Ну, в общем, я решила, что оно будет юзаться в апреле, потому что довольно приятный аромат. Вот. Дарителю спасибо. Дальше у меня две лимитки, которые уже сняты с Ифраше, кажется, от Ксюши. В общем, это у нас Ифраше, лимитированное яблоко в карамели, которое было заявлено на март. Ну, вот оно еще будет юзаться и в апреле. Очень вкусно пахнет, но сейчас у меня перебивает этот Avon Musk. Немножко даже, вот я сейчас чую слегка древесный ароматик, сладкий и древесный. А вот груша в карамели мне очень напоминает дюшес. Внезапно. Вот дюшес. Вообще обалденно. Сладкий такой дюшес. Даже, наверное, вот может грушевый компотик. Джем из груш. Иногда вот в Дикси, помню, как-то покупала джем из груш. Вот очень напоминает. И леденчики вот эти дюшес тоже очень напоминают. Вообще обалденный аромат. Ну, как бы я больше вот этот юзала, чем этот. Но они мне оба очень нравятся. Я подумала, что в апреле я их тоже буду юзать. А как бы всего лишь три ароматика. Но я что-то как-то больше ни к чему, пока душа не лежит, не течет, не это. И вот они у меня стояли. Сначала думала их два оставить. Думаю, нет, ну как-то они все-таки перекликаются. Надо что-то такое, чтобы оттеняло их. И поэтому вот методом тыка выбрала Avon Soft Mask. Вот такой малюсенький обзор парфюмов на апрель этого года. Если ты зритель, что-нибудь из этого юзал или юзаешь что-то такое вообще, типа, совершенно противоположное, дай знать в комменты, будет прикольно почитать. Может, я вдохновлюсь, если это есть в моей коллекции, то буду давать шанс и другому аромату поюзаться в апреле. Всем спасибо за просмотр, пока! Эй, зритель, поставь лайк, пожалуйста!